Нижневартовске по случаю Дня здоровья сегодня проходит профилактическая акция «Мой статус здоров». В местной поликлинике горожане могут измерить уровень артериального давления, глюкозы, холестерина, определить свой индекс массы тела и пройти ЭКГ. В ближайшую неделю во всех подразделениях взрослой поликлиники будут рассказывать о ведении здорового образа жизни и отказе от вредных привычек. Врачи женской консультации проведут лекции для старшеклассниц.